20 триллион. РИА Новости. Военнослужащий отдельного медицинского отряда специального назначения воздушно-десантных войск России оказали медпомощь более чем 2000 мирных жителей в Сирии, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. За время служебной командировки военными медиками была оказана медицинская помощь более чем 2000 человек из числа мирного населения, 277 детям и проведено более 130 хирургических операций, говорится в сообщении. Как сообщается, военнослужащие отряда вернулись домой после успешного выполнения задач по оказанию медицинской помощи в Сирии, где в течение 3 месяцев военные медики в составе врачей, среднего и младшего медперсонала, а также специалистов вспомогательных служб помогали мирному населению. Торжественное мероприятие по встрече российских военных медиков прошли под звуки оркестра и большого количества цветов от командования соединения ВДВ, представителей местной администрации, родных и близких военнослужащих, добавляется в сообщении. Отмечается, что военнослужащие медицинского отряда представлены к государственным и ведомственным наградам. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»